пожалуйста, что еще нашла. Я рассказывала о фасадном освещении, об освещении. И посмотрите наверх, средневековое освещение. Я не представляю даже, как раньше это... Как раньше... Gracias. Город это было видео. Экипан. Кемета, сигономи. Кемета и хифосы, да. Таврады. Хосани, кемета. Кати куби. Вон он тут. Сан аплу ламба, а после мы сехуме сто спите, тора. Ола. Фиксер. А, уре. Когда вечером, здесь самостоятельно включается свет, и вот там, вверху, вверху сейчас обычная лампочка стоит. Раньше, наверное, зажигали это как-то огнем, как свечу зажигали, чтобы можно было видеть выход. Но вот этот вот все средневековая металлическая сама структура лампы, она осталась до сих пор. Посмотрите. Очень интересно. Сейчас проведено все, свет, и он центрально включается, я так думаю, где-то с 7 до 8 часов. Каждый вечер, когда темнеет, он включается автоматически, этот свет. Такое средневековое, такой вариант средневекового освещения.